Да, безусловно. Ботулотоксин – это протеин, который вырабатывает бактерия Clostridium botulinum. Мы успешно применяем его в медицинских целях уже много лет. Тем не менее, в ответ на введение препарата ботулотоксина могут вырабатываться антитела. Можно сравнить это с вакцинацией, например, от столбняка. Введение анатоксина способствует развитию специфического антитоксического иммунитета, то есть формированию антител к столбнячному токсину. А ведь он тоже вырабатывается бактериями рода Clostridium. С ботулотоксином может возникнуть аналогичная ситуация. В ответ на введение препарата могут вырабатываться специфические антитела, которые сформируют с ним иммунные комплексы. Это приводит к нейтрализации и дезактивации действий ботулотоксина. Процедура ботулинотерапии в таком случае не даст никаких результатов. Дело в том, что сам по себе ботулотоксин не обладает высокой иммуногенностью. В чистом виде он практически не способен вызывать иммунный ответ и приводить к формированию специфических антител. Но в естественной среде он находится в связи с другими комплексными белками. В свою очередь, они уже являются антигенами с высокой иммуногенностью, ввиду чего распознаются клетками иммунной системы и могут привести к формированию антител. Поэтому задача производителей препаратов – максимально очистить ботулотоксин от комплексных белков, но при этом сохранить его полезные свойства. Инкоботулотоксин, например, содержит ботулотоксин, полностью очищенный от комплексных белков. Благодаря этому он обладает самой низкой иммуногенностью среди всех препаратов ботулотоксина, представленных на рынке. А это, как мы с вами понимаем, очень важно для эффективности процедуры в последующем. Присутствие комплексообразующих белков для клинического действия ботулотоксина не является обязательным. Сам ботулотоксин является пищевым ядом. Название происходит от латинского «botulus», что означает «колбаса». Раньше колбасу не готовили надлежащим образом, поэтому возникали отравления, от которых умирали люди, поскольку ботулизм – это заболевание с высоким риском смертельного исхода. Для того, чтобы токсин при попадании в желудок и далее в пищеварительный тракт начал действовать, он не должен перевариваться. Именно для его защиты и существуют комплексообразующие белки. Но когда врач вводит ботулотоксин в ткань, то комплексообразующие белки не нужны. Необходимы только тяжелая и легкая цепи нейротоксина типа А. Их достаточно для получения клинического и эстетического эффекта. В некоторых препаратах они содержатся. Существует утверждение, что наличие комплексообразующих белков в некоторых препаратах увеличивает период полувыведения токсина или же влияет на скорость диффузии, замедляя распространение препарата. Эти утверждения не совсем корректны, поскольку согласно данных клинических исследований, при введении таких токсинов весь белковый комплекс сразу же распадается в организме при уровне pH 7,4, который является нормальным. Таким образом, комплексообразующие белки вообще не играют никакой роли. Для получения эффекта от ботулотоксина А они не нужны. Согласно данным опубликованных исследований, комплексообразующие белки не оказывают действия на стабильность ботулотоксина типа А. Сейчас на рынке присутствует препарат, который не содержит комплексообразующих белков. Его можно хранить при обычной комнатной температуре. Существуют также и другие препараты, содержащие комплексообразующие белки, и их нужно хранить в холодильнике. Нарушение холодовой цепи при транспортировке таких препаратов может привести к нарушению стабильности такого препарата, а значит, врач не может быть уверен в достижении необходимого терапевтического и эстетического эффекта. В первую очередь, сегодня акцент делается на увеличении продолжительности эффекта препаратов ботулотоксина. Клиническая проблема в том, что ботулотоксин – это протеин. Белки достаточно быстро теряют свою активность в организме, деградируют и элиминируются. Поэтому и эффект от процедуры ботулинотерапии не всегда достаточно продолжительный. Возникает необходимость проведения повторных инъекций, что не очень радует наших пациентов. Разработка препаратов ботулотоксина с длительным периодом полувыведения – это то, к чему стремятся современные компании. Другой аспект заключается в том, что существует не один, а множество серотипов ботулотоксина. Каждый из них инициирует специфический иммунный ответ, но все они имеют подобный механизм действия. Сегодня компании в основном используют ботулотоксин типа А, но изучение других типов токсинов также перспективно, я считаю.